Привет! Как приручить кабана в игре Вальхейм? Для этого на территории базы с установленным верстаком строим загон. После ищем и агрим на себя кабана. Ведем его в загон. Далее в лесу находим грибы или ягоды. С помощью клавиши Shift разделяем ягоды или грибы по одной единице. Зажатой клавишей Ctrl, левой клавишей мыши выбрасываем ягоды в загон. После того, как кабан съест первый гриб или ягоду, начинается приручение. Необходимо подождать достаточно длительное время. Если вдруг еды не хватает, то у кабана статус привыкает к обстановке «изменится на хочет есть». Для этого необходимо закинуть в загон еще еды. Как только счетчик приручения достигнет 100%, кабан приручится. Спасибо за просмотр, всем пока!